Всем привет. Появилась такая новая история. Каждый из нас хотел бы оставить какой-то след в истории. Многие это делают посредством YouTube, ну, в частности, как и я. Так вот, мы можем поучаствовать в одном проекте от YouTube. 25 июля будет такая акция. Все, что от вас требуется, это зайти на сайт. Все ссылки будут, конечно же, в описании. Вот. Прочитать краткую аннотацию к тому, какой должен быть ролик. Ну и снять ролик один день из вашей жизни. Далее этот ролик нужно будет отправить по определенной ссылке. И там профессиональные режиссеры, профессиональные монтажеры сделают все за вас и добавят также, если вам повезет, вашу историю в фильм. В 2010 году, когда начал работать этот проект, в конечном итоге фильм получился на 4,5 часа. Какой длины будет этот ролик, непонятно, но многие туда попадут. Если вы хотите оставить какой-то след в своей жизни, в своей истории, я понимаю, что вы там не президент, не премьер-министр, не тем более верховный главнокомандующий, который может с легкостью зайти в историю с положительной либо с отрицательной стороны, но тем не менее, если вы считаете, что жизнь удалась, если вам нравится жизнь, либо же наоборот, вот, вы можете записать свое обращение, можете снять ролик о своей жизни и отправить его по указанному адресу в описании. Таким образом, вы сделаете такой небольшой след в истории, который, может быть, кому-то спасет жизнь, может быть, кого-то мотивирует, может быть, кому-то будет интересен. В крайнем случае, будет интересен вам, вашим близким, вашим родным, ради которых вы совершаете подвиг и живете каждый день. Ради того, чтобы какие-то благородные цели все-таки возымели хоть какой-нибудь весомый аргумент против банальных желаний человека, таких как жажда наживы и все остальное. В общем, все зависит только от вас. Если вы сможете воплотить свою мечту и попадете в этот фильм, сделайте, пожалуйста, так, чтобы ваш посыл был услышан. Хотя бы попробуйте. В общем, как-то так. Далее коротко о том, как же все-таки найти заполученные ссылки без этого видео, без описания к этому видео. Вы можете зайти в Google Chrome, внизу у вас будет ссылка. До 25 числа она будет активна. После чего до 2 августа, по-моему, включительно, у вас будет время для того, чтобы собрать свой фильм, ну и, соответственно, отправить его. Если вам данная вещь интересна, проходим описание, читаем ссылки, занимаемся. Если нет, ну, это очень печально. Потому что так вы действительно можете повлиять на кого-то, хотя бы даже на одного человека. И это может быть тот самый случай, которого все так долго ждут. В общем, проходим описание, смотрим, как и куда зайти, и делаем 25 числа свой фильм. 25 июля. Все решится через несколько дней. Ну а пока всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья.